Анонс и точность выхода 9 части сериала «Я иду тебя искать. Воздух». Показ сериала состоится 18 мая на канале ТВЦ. Мила, запоминающиеся фамилии Пятница и Максим Швец продолжают скрывать свои романтические и страстные отношения. Но держать это в секрете становится все сложнее. Пока конспирация еще действует, но коллеги по отделу начинают догадываться, что происходит между героинями. Несмотря на сложности, заговорщики продолжают работать. Напарников ждет очередное расследование. Необходимо выяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В результате катастрофы погибла гражданка. Криминалисты из правоохранительных органов провели экспертизу, сделав вывод, что речь не идет о несчастном случае. Какой-то злоумышленник специально сломал тормоза в автомобиле жертвы. Оказалось, супруг женщины, которая разбилась в аварии в далеких 90-х, был обвинен в авиакатастрофе, где среди прочих умерла его любовница. Миле и Швецу будет непросто выяснить, какова связь между гибелями двух женщин. Напарники, как всегда, проявят детективный талант и слаженность. Впрочем, порой близкие отношения, наполненные яркими эмоциями, мешают главным героям сохранить хладнокровие и сосредоточиться на работе. Показ сериала состоится 18 мая на ТВЦ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.